Друзья, с вами Валерий Булсуновский. Значит, ребят, давно уже новости школы есть ВКонтакте. Зачем это сделано? Это не группа, это просто новости. Просто, допустим, человек давно не был в школе, чтобы посмотреть, что происходит в школе в разных ее сегментах. Или, например, если вы хотите видеть, ну, значимые вещи, ну, например, я дам несколько ссылок. ВКонтакте.com, СПБ, нижнее подчеркивание, тире тут. Да, простой адрес. Значит, я дам ссылки, которые важные. То есть, например, чтобы понять систему школы, да, посмотреть здесь видео на YouTube. Или комплексная разработка, допустим, вот сейчас пришло время, начинается новый курс по Django, уже профессионального Django, да, но постараемся сделать простым языком. Там же можно увидеть и как будет выглядеть новая школа, потому что я сейчас переписываю СПБ, но это все дело не быстрое, вот, потому что нет смысла изменить сам дизайн, который я уже разработал. Сейчас, секундочку. Все, значит, первое, то, что будет, конечно, устранено, это будет все с одной панели управления по категориям. Сама категория будет открываться вот так. То есть все в шаговой доступности в один клик. Это понятно. Самое большое внимание будет уделено внедрению новой системы, которая отрабатывалась последние 3 года. В принципе, дам прочитать некоторые статьи. Ну, в общем, вы поняли, да? Вот этот курс я и начал. Почему? Потому что уперся. Честное слово скажу, уперся. Когда начал переделывать СПБ уже на новый лад, то понял, что, ну, смысл дизайн переделывать, надо внедрять новую систему. Написать-то ума большого не надо, но вы знаете, что начал я работать над вот смысл, да, когда вот сейчас поймете, немножко я вас запутал, да. Нет. Так. Ну вот, допустим, возьму первый попавшийся пример, да, душа радуется, как пишет Дмитрий Нак, но действительно, человек не так давно был новичком, сегодня я смотрю, изучил ООП, ну, пошли. То есть, надеюсь, мне потом не будет говорить, что как Осадчего я Нага тоже придумал. Просто есть ребята, которые делают все домашние задания, поэтому как-то вот, я опираюсь на них. Это помогает другим, кто меньше. Или вот парень есть тоже у меня в друзьях, минчанин, по-моему, Эдуард Асанович. Вот он написал, вот я у него, я спрашивал, да, то есть человек нашел давно сайт школы, ну, понятно, не очень красивый, но делал все в 2015 году, тогда, тут меня можно извинить, но не было такого, хоть я не оправдываюсь, того понимания, которое есть сегодня, как изучать. Когда уже поднято на ноги много людей, да, то есть начали писать, пишут все, то уже хочется внедрить немножко другую систему. Так вот, сейчас, секунду. Это как информационное видео. А, вот, нашел мою школу. Давно, ну вот он здесь написал, как раз я у него спросил, ну почему-то да, не, вот человек пошел, да, уже мета-класс начал писать, вижу, что пошел, да, легко пошло у него ОП, то есть что не так, и вот он здесь описал, что было не так в других школах, это не важно, но, то есть неправильно сказал, для меня это важно, я это и так знал, то есть план, сами уроки в школе по шагам, и именно в план вложено понимание. Здесь прочитаете. То есть школа, когда я строил школу, я уже ее поэтапно строил. Например, изучая новичок Python, цель была, чтобы человек начал
сам понимать книги и справку, то есть въезжал в язык, да, до момента, как пойти самостоятельно, и так далее, и так далее. Так вот, я загвоздки, да, какой. Основное внимание я начал сейчас делать на то, чтобы человек мог выявить свои слабые места. И сначала, когда я сел просто переписывать СПБ, во-первых, пришел хороший опыт. То есть, по сути дела, когда я делал вот этот сайт, да, здесь был кастомный, да, шаблон, от которого все зависело, что очень неудобно. Уже как раз хочу, да, сейчас в этом курсе, что здесь все разделено. Отдельно навбар, каждая часть отдельно. То есть начал уже думать над тем, чтобы каждую часть можно было отдельно сопровождать и дорабатывать любое время, не нарушая весь сайт. Это важные вещи. Но курс, который я задумал сейчас, профессиональная джанга, чтобы все-таки мне самому увидеть, что у людей хромает, именно из сложных вещей, как сложные вещи сделать простыми. И это с первым связано, почему этот курс будет вестись. Второе, что, как я сказал, что не получается у меня... Не получается у меня... быстро внедрить новый СПБ, потому что возникает не вопросы кода, а вопросы внедрения этой системы. То есть, если я словил себя на мысли, если я думаю, вот надо сделать так, это будет неправильно. То есть, надо мне везде, где я хочу, опираться, в принципе, на участников, что у них хромает, да, тогда это правильно. Но, в принципе, я решил, что буду я этот курс сейчас давать Django и Python, да, более глубоко. И как раз у меня придут ответы, которые я хочу получить. И ребята получат хорошую практику, и я возьму себе ответы, которых я жду. Ну, а в принципе, как я рассказал, что имейте в виду, что ВКонтакте есть просто новости, да, это просто новости, да, то есть вопросы все в группе. Самое важное – это быть подписанным в группе. Просто сейчас я очистил, да? Потому что вы тогда будете получать много информации. Вот, допустим, Дима вот последнее сбросил, да, функция обратного вызова. Очень красиво описал, хорошо, понятно, классно расписал. Ну, мне нравится, я вижу хороший рост человека. Смотрю на других ребят, очень активно продолжает работать Сергей Осадчий, все у него, очень уже толковые советы дает, то есть классно, да, все классно. Все, ребят, спасибо за доверие, все получится.